Приветствую вас на новом формате видео, где мы, как всегда, будем ломать школьную систему обучения в угоду настоящего английского без ГМО. За тему сегодняшнего видео, как всегда, проголосовали наши подписчики в паблике, и посвящена она незнакомым значениям знакомых слов. Мы пойдем от наиболее известных к наименее известным. Я хочу подчеркнуть, что эти значения слов реально используются в живой речи, и я не просто их откопал в словаре, чтобы над вами поиздеваться. Номер один. Это слово настолько широко известно, что входит, наверное, в топ первые 10 слов, которые запоминает любой человек, начавший заниматься английским. Естественно, все знают основное значение – книга. Студенты уровня Intermediate знают, что слово book может выступать в качестве прилагательного, например, bookstore – книжный магазин. Студенты уровня Advanced должны знать его значение в качестве глагола. Даю 5 секунд на то, чтобы остановить видео и похвастаться своими знаниями в комментариях. To book значит бронировать. Well, why don't you go upstairs and book a conference room? Почему бы тебе не сходить наверх и не забронировать конференц-зал? Well, why don't you go upstairs and book a conference room? И последнее значение сленговое. Тут book тоже выступает в качестве глагола. В словарях это значение описывается как официально зарегистрировать нарушение или преступление, но на деле это то, что в русском языке называется упаковать. То есть арестовать, привести в участок, снять опечатки, показания и так далее, и в конечном счете посадить в камеру. Вот скриншот с перечислением всех действий в этой процедуре от бывшего копа. Можете остановить видео и прочитать. Номер 2. Если слово book входит в список топ-10 первых слов, то слово say, вероятно, войдет в топ-10 первых глаголов. Я хочу использовать этот прекрасный момент для того, чтобы еще раз объяснить разницу между использованием глагола tell и глагола say. Да, они оба могут переводиться как сказать, но глагол say может использоваться в предложении, где нет адресата. Например, я сказал, что было холодно. А если вы используете глагол tell, то вы обязательно должны указать, кому вы передаете информацию. То есть в предложении «я сказал ему, что было холодно» будет использоваться tell. Теперь возвращаемся к нашей теме. Если существительное book изредка имеет значение глагола, то глагол say у нас будет приобретать значение существительного. Существительное say сложно переводить на русский язык. Можно только сказать, что его значение похоже на такие вещи, как право голоса, возможность высказаться, способность повлиять на что-то. В контексте его переводить еще сложнее, поэтому его обычно просто опускают при переводе. Я клянусь, Ангус, этому никогда не бывать. Я не пойду на это. Если этот отрывок переводить более скрупулезно, то должно получиться что-то вроде «пока я могу хоть что-то сделать, этого не будет». Номер 3. Продолжая традиции слова book, sport у нас тоже выступает в качестве глагола, и как назло глагол sport тоже не имеет прямого аналога в русском языке. Значение же у него носить с гордостью или носить выставляя на показ. При переводе в контексте оно просто упрощается до носить. Я взлечу на вершину, как орел, чье перо я носил на шлеме. Либо его можно перевести как украсить, то есть чьим пером я украшал свой шлем. На сегодня все. Оставляйте в комментариях слова с непривычным значением, которые вы знаете, предложения и вопросы. Хочу напомнить, что стоимость занятий со мной начинается всего от 2000 рублей в месяц, плюс к этому в конце этого видео будет кодовая фраза, по которой вы можете получить скидку 10% на первые 5 занятий. Обратите внимание, что кодовые фразы действуют только 10 дней с момента выхода видео, поэтому торопитесь. Связаться со мной можно по ссылкам, оставленных в описании под видео. С вами был Ирвин, детерминизм — это свобода. Увидимся!